Но я, кстати, сейчас не вижу нигде полицейского участка. Так, а ну погоди. Кутя, где он? Я его тоже не вижу. Все, не, зара... не зарандомился. Хреновенько. Да, там прикольно было сидеть, мне понравилось. Сидишь, эти дебилы приходят. Очень удобненько было. На самом деле ты зря так про крышу сказал. Крыша офигенное место. Сидишь. Ну и что, что они залазят? По крайней мере, да. По крайней мере, есть время там отхиляться иногда. Они, по крайней мере, с двух сторон прям не вылетают, так? По три выходят потихонечку и все. Ничего страшного. Это офигенно, на самом деле, очень удобно. Надо воспользоваться этим делом. Надо найти какое-то местечко, куда залезть. И, собственно, там сидеть. Очень удобно. Там на китайском. Да, могло бы получиться, могло, жалко, в конце чуть-чуть не фартануло. Так. Да бывает, ничего страшного. Не, просто так хорошо шел. Он всех поубивал. Блин, у меня что-то юмпика и пипец. Иди сюда, сейчас тут жирничь убьем, может выпадет что. Патронов. Патронов вообще, блин, 60. А, вот есть скар. Ну, не, ничего не выпало. Выпадет. Ты, блин, лутаешься та так, что я пукать не успеваю, блин. Выпадет. Тут раз, блин. Убивай, говорит, давай этого типа, говорит, я на тебя его вытащу. Взял, все залутал и сбежал, блядь. Какой ты молодец, в прошлый раз был красавчик. Давай, говорит, я его убиваю с этого пулемета, ты забегаешь, все разбросал вокруг, я не могу подойти к этому ящику. И убежал. Больше так не буду. Ничем не поделился, Кайф. Просто взял, все сожрал и убежал, молодец. Вообще, что за тиммейт? Два вдвоем, а сожрал один, главное. Такой ты молодец. Пили вместе, а, блин. А похмелье только у меня. Да блин, чего нету-то ничего, слышишь? Что за бред? Не знаю, не знаю. Вот только-только нашел это. Как, чё? 35-ок только вот нашел еще. Серьезно? Вот у меня сейчас 155-ок и пипец. Так, СЛР. Не, СЛР это потом, видимо. А что, у меня юмпик? Не знаю, не знаю. Ну, пипец. Ну, это же, блин, чё только не нашел. Вот, на юмпик патроны есть, нужны тебе? Ну, видимо, блядь, а чё, у меня вот 150 на скар и... Enemies ahead. Тут. Сейчас подвезу. Вот вторую броню хоть нашел. Вот, спасибо. И тут тоже. Enemies ahead. Ну, видимо, буду с юмпом. Окей. С юмпика буду валить. Басоту. Так, куда надо идти лутаться где-то, слышишь, нету ни хера. Мы в зоне. Может в руины пойдем? Пошли в это говно. На руины? А куда? Так, пошли. А, не-не-не, вот да, ты правильно поставил. Это не руины, это какая-то. Венеция, Венеция туда. Там уже скинули босса вон. Босс.
А чё, в чем в нем прикол? А, в нем эти, как его, шмотки, да, прикольные. Да, там шмотки на двоих, кстати. Ну, он хер знает где, видишь, его сбросил. Да. Куда идешь? Ты идем на точку. В Венецию идем. Ой. Зомби кого-то нокнуло, его. Там уже зомбики кого-то нокнуло. Вылез. Ну, да. А ты что думал? О! Сейчас меня нокнут. Сзади еще один. Едем. Блять, слышь, они начали. Уже что-то вылазит, X3. Блин, надо срочно вон на тот дом залезть. Вот на тот, на двухэтажный. Я сейчас покажу кое-что. Там можно кое-что, кое-как залезть повыше. А, можно, да, на крышу на эту, я знаю, я знаю. Это я знаю. Сейчас, да, туда прям залезем, и там будем стоять как стрелять. Так. Надо уже залазить, значит. Так я уже все, железо. Уже стараюсь. Все, я уже залез. Получается? Да, я залез. А эта фишка, она и в большом парке. А... Что там, тебя уже атаковали? Да, посмотри, где я сижу. А, ты так? На бордюрчике. А я вот сюда залез. Не... Я случайно так залез. А-а-а. Вот в чем прикол. Ну прикольно сейчас. Прыгнулось как-то так. Алать! Аласти! Зерноеда. Ой, сука, так он стреляется. А, прикинь, пидорас какой. Да ты заколебал. Вот он, пидор, ты посмотри. Он хитрожопый, слышь? Они, короче, когда ты залазишь, они встают и начинают навесом кидать, как арта. Не-не-не, это другие. Это другие. Тут разные зомби. Ну, я к тому, что зомби-то, может, и другие, но он встает таким образом, что ты не можешь... Встает таким образом, что ты... А сколько зомбаков надо убить? Чтобы ящик... Сколько хочешь. Нет, чтобы ящик... Сколько хочешь. Я хочу два. В смысле, чтобы ящик? Ну, тебе 5 золотых ящиков. А, надо. 2 ящика? 5, ты что? А, надо? Нет, в смысле... А, там, короче, такая хрень. У меня за 1600 очков достижения 5 ящиков дали. А, я думал, ты за зомбиков. Нет, ты чё? Ой, я упал. Ты просто сказал еще 90 за этих убить и там что-то, да? Тут за 1500 какую-то хрень дают, интересно, я не понимаю, что это дают. По мне говно какое-то кидают за лупу свою. Да где ты, педик? Да. Блин, да что ж ты в меня все пуляешь, тут говно, да? На, а так попадешь? Ага, хера лысого. Иди в дом, иди сюда. Где? О! Как он ко мне в дом зашел? Вот она, плевательница пришла. Патроны? Нет, тут плевательниц нет, тут только плеватели. Все эти расстрелял, все девятки. А, вот. Кстати, посмотри, говно опять. Опять откуда-то пуляет.
Едет. О, калаш есть. Че молчишь? Ну да. Где калаш есть? Наверху. Я не видел его. Че я молчу? Калаш тут есть, а я тут как дурачок. Так, что там, патроны есть? Патроны? Или ты все... Пятерки. Опять ты все сожрал, наверное. Семерок мало. Пятерки могу дать. Блин, а в этом ящике есть что-нибудь? Коряк, я понял. В этом ящике есть коряк. У меня 270 на 230, короче. А, ну пошли вот так что, дома. Да сколько в тебя? Кого ты там жаришь? Зомбаков. Пятерки где возьми. Enemies ahead. Так, мне надо это. Блин, у меня только шприц остался. У меня даже бустов нету, пипец. Нужны бусты. Еще дайте, да. Пока лутайся, пока время есть. Там. Сейчас пока не надо. Okay. Аптечку я возьму. Все-таки, пожалуйста. Пятерки взял? Пятерки я взял, да. Так, еще пятерки я взял. Тут, кстати, дробаш хорошо заходит. Хочу тебе так сказать. Ну, это на ближнее. О! У меня жердяй. Эпос. Убил? Да. Ну, чтоб я жердяй еще не убил, он так сказал. О, шприцович. Гранат. Сколько ты там зомби повалил уже? Так, а я меньше, чем ты, понимаешь? Я же наверху стоял. А где пишешь? Нет, что-то? Ты да. Больше. Справа. Справа у тебя на экране появляется такая большая цифра. А, ну это надо убить, тогда появится. Да. Ну, я всего лишь 23. А, пока, маловато. Пока не знаю. Пока не знаю. Так. Можно взять сайгу и, не знаю, 500 патронов. Наверное. Кстати, да, хорошая идея. Где ты их там находишь-то? С нами ко мне приходят. Мужчины ко мне. Ага, я даже вылезти не могу. Тут можно быть? Весело вам. Можно. На тут окна. Запаяны. Ой, ёлки-палки, откуда? Кто? А, ясно. Чё, чуваки пришли? Питер. Нет, Питер плюётся в меня. А-а-а. Пипидастер? Запарил уже. Нельзя говорить слово пили. Пипидастер? Мне можно, я не стримлю. Блин, забанят мне. Знаешь, как это бывает, фотографии там, ну, покажут, не свои. И то, о, да, знаю. Он смотрит какой-нибудь видос, там сидит чувак, смотрит, а там сиськи, и все. И шел там. Принес пятерку, девятки. Так, уже вылазят какие-то имбецилы. Ну да. Минута осталось до жопы пицца. Рано. Надо крышу опять ставить. О, нашел ты, то есть, семерок миллиард. Ништяк. Чё припёрся? Эти не звал. У меня, короче, 350 на 400 сейчас. Я убил, я 30 всего убил. 30? 31. Я не больше. 31. Так, я, короче, на крышу, вот на трехэтажку полез. На трехэтажку?
На, вот, смотрите, пошли полез. Давай попробуем. Вот здесь вот я вот. Может, получится. Во, вот тут у нас, смотри. Во, вот здесь вот. Нормально. Им, чтобы сюда прийти, надо, короче, пройти либо вот по этой доске, либо по той доске. Ну, пусть лезут. Я, короче, к тебе иду. Давай. Тут, в принципе, на крышу две доски. Вот можно одну контрить и вторую. Так бы. Так шоу, он быстрей. О! Ты далеко. Ну, да, здесь вот. Надо было сразу. 33. Ну сейчас я пройду. А пока иди, я пока тут. Пацанов убиваю. Ну им, чтобы до меня тут добраться, они заколебутся идти. О, со щитом перед. У тебя уже со щитом, иначе. Ну я уже. Со щитом как. Нормально. Я его уже убил. Вот этот ящик лутал? Я ничего не лутал. Нет, не лутал. Я вообще ничего не лутаю. Я пока воюю. Зачем мне лутать, если я воюю? Че сейчас за телепорт был? Они даже не знают, как до меня добраться, понимаешь, у них проблемы. Они в доме там, походу, все тусуются, слышишь? А выйти не знают как. Да, у меня сейчас... У меня тут веселуха, короче. Ой, я вниз упал! Твою дивизию! Нет! Мать, женщина моя! Я случайно упал. Ага, и я обратно вышел. Толстяк у меня. Он у меня. А, ты здесь? Бам. Нормально он тебя взорвал. Да, он тебя взорвал. Ой, чувак, со щитом, твою мать. Ползи как-нибудь. Давай, гаси. Я его держу. Все, двое. Ну сюда заползи. Блин, меня сейчас запархает. Блин, еще по один. Да, со щитом еще один. Ну да, там двое. Блять, блять. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Нет, 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 нет. Сука, они в тебя, что ли, попали? Да, не заполивали, я же говорю. Фидер, там, наверное, чувака 3 стояло. Как они в эту... Блин, чуть-чуть не дожила. Ну как они в эту-то хрень через эту попрокидывали? Я не знаю. Что самое забавное? Я вместе с этими чуваками тебя поднимался. Жестко. Опять я один, блин, ну я опять финал не вывезу. Вывезешь, вывезешь. Парс. Так, ну ладно. А, кстати, золотая, там целая куча патронов. Да, патроны, да, тут нормально. Так. Там лута всякого полно. Возьму. Это возьму. Это возьму, это возьму. Все, не лезет, слышишь? А, прицелы надо выкинуть. О, твою мать! Ты обалдел! Ты где, они урод? Снизу где-то, снизу стоят. Вы чё ещё не передохли это все? Твою мать! Куда пошел? А этот со щитом, он, можно сказать, вообще безвреден, когда нет какого-то усиления там. Капец, какой медленный. Ох, ни хрена там патрон. На, патроны зафига. Дал. Так, собирай давай все. Мне не лезет, потому что у меня куча говна всякого. Иксы. Иксы, выкинь все от меня. Так. Тиран.
Так, тебе, кстати, в зону нужно быстрее. 20 секунд у тебя. А, да блин, тут рядом, чуть меня напугал-то. Давай, давай, давай. Чего вот тут метр пройти? Вон до крыши соседней. Блин, ничего, блин, не собрал. Так, ладно. Я целая куча патронов, я знаю. Ну, 700 на 400. Ну вот. О, так я смотри сейчас куда залезу. Ёпер на жизнь. Ну да. Там, кстати, по-моему, еще выше можно залезть. Ёпер на жизнь. Ну я, да, сейчас я, будешь всех я видеть. Я не вывезу санавр последний финал. Вывезешь, не парься. А нормально все будет. Типы какие-нибудь сейчас остались. Не, выше не могу. Нет, выше не могу. Как-то можно было вроде бы. Не знаю, столько при помощи тиммейта какого-то. Так, ну давайте перейдите. Тиран. Сдох или что-то? Они через 7 минут придут. В смысле через 7 минут? А что ты мне сказал, в зону иди? 7 минут. Зона вон, видишь, идет. Пипец ты меня, короче, шуганул, я бы там еще. Мне, правда, ну, мне некуда особо лутать, на самом деле. Ну вот. У меня места нет, на самом деле. А вот теперь лучше беги в зону. Чем раньше ты пробежишь, тем лучше. Да, 300 метров. Только не навернись. Это я могу. Я могу. Так, а где зона? Ага, за рожком. Я понял. Вперед, опять вперед. В поле. Ну блин, ну ты прикинь, опять в поле. Меня опять ну как сейчас... обычно. Меня опять сейчас там убьют какие-нибудь эти. Как в масхалатах у этих у вас, ваших. Так, да, я X6 повешу, там. И поставлю одиночную. X6 ты куда? На калаш повесил? Нет, сюда, что на калаш. На калаш. Маскар? Кто же на калаш повешает? Я. Зачем? На дальняк со скоростью полета пули там 400 или сколько? Нет, не 400, там больше. Но он медленно очень летит. А, бинты надо выкинуть. Зачем мне бинты? Да? Не, ну он очень медленно летит. И с него очень тяжело вытапывать, потому что ну, прыгает очень сильно. Соскар, тук-тук-тук-тук-тук, можно прям затыкать. Да зачем ты опять этот X3 поднимаешь? Вот станция. Выкинуть бы так, чтобы не поднимал вообще. Ну да, знаешь, как можно сделать? Если ты выкинул, то он не поднимается. Ну там, допустим, настройка, да, стоит. Если ты сам выкинул, то потом ты можешь поднять его только уже да. Сам. Автоматом бы он что-то поднимался. То есть то, что ты выкидываешь сам, автоматически не поднимается. Слышь, там либо сквад, либо дуо. Два. Я думал, что это сквад. Ну, еще 5. Потому что они только что Терна убили. А, ну значит сквад и этот. О, води! Я вижу. Все ясно, все ясно. Плывет. Ну, ляж куда-нибудь лежи. Ну, лёха лежи. Один обзор. А, ты весь такой белый в этой траве. Я знаю. А, вон я вижу. Видишь? Да. Он один? Ну, не пойму. Пока что. Видел одного. Ну, 3 чувака осталось. Вон я вижу вышел, наверное, я. Так, а камушек этот он у меня взял? Камушек, да. Камушек в зоне. Да.
Вон. Надеюсь, сзади никого не будет. Стоит. О. Два дебила, это сила. Как я не люблю от третьего лица играть. Жму кэша. Да, ты попал. Во, ништяк. Че ништяк, то он в зоне. Этого добить. Блин, он в зоне. У него снайпа. И каска третья. Ну, у него уже нет каски. Может быть, и есть. Тебе бы за это дерево забежать. Гринку бы ему покинуть. А, ес! О, молодчик. Я же сказал, затащишь.